Здравствуйте. Скажите, где вы были сегодня? На улице. Первого июня в городском округе стартовала летняя оздоровительная кампания. Для 1000 детей на базе городских и сельских школ на 3 недели открылись лагеря дневного пребывания. Ребята находятся под присмотром педагогов 6 часов в день. На выездном заседании постоянной комиссии по вопросам образования и молодежной политики Совета депутатов парламентарии обсудили вопрос о ходе летней оздоровительной кампании в детских лагерях. Смотрели и на состояние помещений, в которых мальчишки и девчонки проводят время, и на то, как вкусно готовят повара. Вкусно, вкусно и внешне, и мясо, соли. Блюда из сбалансированного обеденного меню, свежие овощи ежедневно получают 30 учащихся начальных классов в лагере «Огуднишко» при школе номер 28 в деревне Огуднево. Вкусная еда. Здоровый аппетит появляется у ребят после занятий на свежем воздухе. У них насыщенная программа. Вот сегодня мы ходили на стадион, сдавали нормы ГТО. После обеда у нас планируется, вообще на сегодня день сказок, и планируется викторина по сказкам. Лагерь с дневным пребыванием открылся и в школе номер 27 в поселке Литвиново. У него и название соответствующее – «Спортик». До обеда дети играют в футбол и эстафеты, ну а после – подвижная игра, а также катание на велосипедах и самокатах. 21 день в лагере дневного пребывания обходится 8800 рублей, 3/4 из которых компенсирует муниципалитет. Спрос на отдых высокий, и депутаты будут прорабатывать вопрос об увеличении в следующем году мест в таких группах. Как горячие пирожки разошлись путевки в загородные лагеря «Юнармеец» и «Лесная сказка». За лето в них отдохнут порядка 1700 детей. Нравится вам отдыхать? Да! А во что играете? Догонялки, мяу. Вожатые у вас веселые? Да, добрые. Добрые, да? Отлично. 3 недели здорового отдыха в живописном лесу в окрестностях деревни Орлова под круглосуточным наблюдением заботливого персонала. В «Лесной сказке» соблюдают традиции, заложенные еще в военном 42-м году. Творческие успехи ребят, победы в командных играх щедро вознаграждаются. «Лесная сказка» также успешно вошла в программу кэшбэка. Стоимость смены 32 780 рублей. И по программе 50% родители получили возврат. Пятый отряд может идти на обед. Сегодня у нас суп с котлетами. Соблюдение распорядка дня, здоровое питание, занятия на воздухе – основные слагаемые полноценного отдыха после напряженного учебного года. Мы увидели довольные глаза детей, радостные улыбки. Видно, что детям нравится, оценивают очень хорошо организацию. Руководители очень ответственно подходят к организации детского отдыха. Здесь ребята занимаются и спортивной тематикой, и патриотическая тематика присутствует. То есть все планово, все в масштабе школы, усилиями педагогов, все работает на ребенка. За лето в «Лесной сказке» запланированы 3 смены, в «Юнармейце» 4. И ехать далеко не надо. Все 33 удовольствия находятся в городском округе Щелково. Михаил Налетов, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.